Возле ФОКа «Лидер» в Заволжье полно автобусов с надписью «Дети». Накануне Всемирного дня физкультурника сюда приехали ребятишки из детских домов и реабилитационных центров области. Каждому не терпится познакомиться с развлекательной программой, первый этап которой – посещение выставки. Ее организовали в честь 75-летия хоккея. Здесь и кубки, и экипировка спортсменов. На последней – автографы знаменитых хоккеистов региона. Каждую подпись дети рассматривают с любопытством и сразу после – отправляются на трибуны. Они сейчас вот будут смотреть на наш детский хоккейный матч, попробуют себя в роли болельщиков, а после хоккейного матча у них будет праздничное катание на коньках, которое мы тоже организовываем с инструкторами, и, в общем-то, дети после этого будут считаться физкультурниками. Эта часть программы не оставила равнодушным ни одного ребенка. У каждого загорелись глаза, когда выдали коньки. Кто-то впервые вышел на лед, кто-то закрепил уже имеющиеся навыки. Есть то, что объединило всех присутствующих – искреннее детское счастье, чувство, которое можно описать одним словом. Оскар никогда не был в Ледовом дворце. Лишь с клюшкой рассекал просторы дворовой коробки. Сегодня он впервые вышел на искусственный лед. И без грамма стеснения делится своей улыбкой. Ведь мечта исполнилась. Еще одна – побывать на телевидении. В этом юному репортеру никто отказать не сможет. Умеешь вообще на коньках кататься? Да, плохо, хорошо. А как давно научился? Зимой. Сам. Для тех, кто только учится покорять ледяную гладь, есть тренажеры. Они созданы специально для детей. Делать первые шаги в сторону большого спорта помогали инструктора, воспитатели. Круг за кругом у ребятишек получалось все лучше скользить по поверхности. Неудачи не отбили желание. На скамейку запасных никто не ушел. Ведь кто из нас не падал на льду? Вообще очень здорово, очень клево. Нам все понравилось, особенно как мальчишки играли в хоккей. Нравится? Да. Что они сегодня в последние, как говорится, летние деньки, когда у них заканчиваются каникулы. Многие из них уже отдохнули в детских лагерях и сейчас находятся в учреждениях. Смогут зарядиться положительными эмоциями и получить заряд бодрости. Я думаю, что они очень долго будут вспоминать вот это летнее катание на коньках. Благотворительная акция в таком формате прошла впервые. Результат превзошел все ожидания. А значит, в будущем руководство ФОКа и профильное министерство продолжит вместе делать детей счастливыми. Александра Никитина и Артем Куранов. Управда ТВ.